Блин, это надо какой-нибудь пистолет брать. Тихо. Найс. Ну нет! Братанчик, не подбирай, я тебя умоляю, мы 10 руби шедл, не надо! Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш. Сегодня со мной Вадим Ильгурский. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте. Да вам тоже здравствуйте. Ребята, сегодня я буду покупать скины, из которых меня убьют, но моей игрой вновь, спустя, сколько, год, наверное, или больше даже, будет управлять снова вот этот молодой чебурек. Ребята, ролик вроде... Все шло так, что, ну вообще я не должен был ничего потратить. Но по итогу я слил все, что у меня было. И будет куча ножей. И да. И всего. И да. Дорогого. Лайк, подписка на канал с колокольчиком. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику! Ну что, братанчик, я готов к твоим нереальным заданиям. Если честно, мне очень страшно. Очень страшно. Что у тебя в руках? Это не мой авик. А что у тебя за авик? У меня авик Treasure Hunter. Вот этот вот, кстати, с которого тебя убили, который тебя могут убить, и ты будешь его покупать. В общем, первая задача. Смотри. У тебя в руках USP Genesis, очень дорогой USP. Ты играешь с ним, и тебе его нельзя потерять, потому что его поднимут по-любому. Ну, это было бы легко, типа, просто играть. Давай ты будешь каждый раз, когда ты видишь противника, ты будешь в приседе его стрелять. Хорошо. Хорошо. Ты можешь бегать, а стрелять только в приседе. Хорошо. Самая главная задача — это не воровланить твои скины. Ой-ой-ой. Первый пошел. Найс. Тут есть. Где-то здесь. О-о, на радаре он есть. Вижу. Оп-оп-оп. Я не попадаю. Тихо. Вам вот так вот хаешечку. А в смысле, как он? А как он выжил? Убили. А как он выжил? Алло. Я тоже не знаю. Читер, наверное. Так я сейчас разношу жестко. Где последний? Где ластовый? Ну, ластовый на. Не, вообще-то твои тиммейты тоже разносят жестко. Не жестче, чем я, братик, ты что, рофлит? Сейчас на этом видосе посмотрим, что там, кого жестко. Прострелом. Не. Ой, его на нож взяли. О, братик. А давай я тоже тебе задание закину. Давай. Короче, смотри, если я хотя бы одного зарежу в этой катке на нож, ты мне даришь нож. Промокод. Промокод. Теперь мое задание. Берешь дигла у рейд мой. Не надо у рейджи. И убиваешь только в прыжке. Только в прыжке тебе нужно убить. Жестко. Да это невозможно, ты же робот. Я дигла у рейд сейчас прострою. В прыжке, брат, ты чего? Давай, да. Настрелю! Да куда настреливай? Дигл Винатор. Дигл Винатор. Let's go, братик. Брат, давай. Я всрал аурейд. Если сейчас его заберут, это... В каком прыжке ты рофлишь? Это стендофф, это не варфейс. Здесь невозможно в прыжке убивать. Бро, а я делал. Это изи. Изи, дигл, винатор. Так, давай сатрековский возьмем. Это прикинь, если 92 голды. Брат, ну слушай, если тебя дальше не будут убивать с каких-нибудь АКР жестких трежерхантеров сатрековских. Ну давай, чё. Да мне будет просто стыдно перед подписчиками, братанчик, изи, покупать изи. Так дешево. Я мог сэкономить. А всё, идём в катку. Голды. Летим. Каточку. Я, как дробовеля, не могу тебе не дать это задание. Спас? SM-10-14. Так дробовеля, как нубас, только со спасом играет. Ты рофлишь? Ты рофлишь? Какой спас, брат? SM-10-14. Но здесь ты точно, типа, ну в прыжке сможешь убить. Точно. Да ты гонишь, брат. Ты играешь на Б и вот от кармана играешь. Хорошо, ладно. Только в прыжке, типа? Только в прыжке убивать. О! Это кто? МТ? Это, ну, это наши. А не на! О, в прыжке! В прыжке! Еще... АВ! Охей, Таишо! Охей, Таишо! А как это убивать? Охей, Таишо! А сколько я ему дал, интересно, блин! Да ты как нубик вообще играл, прыгал на самом деле. Ну ладно, пойдем покупать Охей, Таишо! Брат, ну какой прыжок, ну какой, ну как, я не привык так да играть. Да ну ты не умеешь в прыжке играть, я понял, другие задания будут тебе давать. Ты рофлишь, сфаб моя в прыжке вот так вот. Таша. Скинчик для анимешников, 197 голды. Тю! Реально, вот. За косарь, давай. Ну реально, просто мне перед подписчиками будет стыдно за 100 голды покупать скин. Давай. Вот с такими четырьмя наклеечками. Алерт, да, алерт, можно. Алерт. Все, с кайфом. Взяли и летим. Каточку, друзья. С ножом канает, да? Ты мне дашь промокод, если да, я... Да, ну конечно. Промокод на Мимикрай, правильно? Естественно, бро. Так, конечно. Ладно, что покупать? Ну смотри, ну тут на самом деле надо, наверное, М40 без прицела. Бах. Это изи, брат. Ты ну шо? Это такое легкое тебе, для тебя задание, потому что ты что-то вообще киллов не даешь. Ротик-то прикрой. Всем квак хайл. Ой-ой-ой. Нет? Да ну как? Нет. Прострелом! АКР карбон сатрековский. Просто, какой это... А как я не попал ни разу? Ну тут вообще, блин, там столько было возможностей убить. Я понимаю! Да я стреляю без прицела, всегда! Братик, а
А может, ручками будем играть, не ножками? Брат, да ладно, это я поддавался просто. Сейчас будет жестко. Смотри, если ты мне дашь дать, ну, если ты мне сейчас дашь сыграть нормальный раунд, как надо, я разнесу так просто, что, ну, типа... Нормальный раунд? Да. Нормальный раунд? Да. То есть без заданий? Ну да, ну типа... Давай, или давай так, ты... О-о-о! Ты видел, где бомба? Это баги? Натуре. Найс, мы проиграли тупо, потому что это невозможно разминировать. Стендов 2, о, слушай, брат, тут у нас вообще, я не знаю, сегодня какой-то день везения, понимаешь? Скидка? А чё ты хотел, 300 а? Голды, реально. Да, КР Карбон с дрэгоски столько стоит. Берем. Изи, я сегодня, походу, вообще не потрачу голду, потому что у пацанов там вообще скины, о. Короче, давай так, ты можешь покупать все что угодно, окей, если ты хочешь прям там играть жестко, да, показать зрителям, что ты не нуб. Но если ты вдруг сейчас не забираешь раунд, то ты покупаешь любой рандомный нож. Вот как игра тебя выставит, такой ты и купишь. В смысле, первый слот, типа? Да, да, да. А, ладно, окей, хорошо, давай. Если я проиграю, но раунд, правильно? Да, раунд. Не умру, типа, если мы проиграем раунд. Да, если вы проиграете раунд. То есть ты можешь сделать там 4 килла и умереть, в принципе, да? Хорошо, хорошо. Брат, так чипы тащат, все, ничего делать не надо. Пацаны просто растаскивают вместо меня. Опа, вон там типочечек. Попадает по мне. Ну, конечно. Ну, потому что ты... Промокодик мне. Гони. Ctrl-V поставь. У. Спасибо, брат. Пожалуйста. Откуда у тебя там промокод на МакДейс Руби Шэдоу? Я ничего не знаю. Давай дальше там. Есть, да вот, вот это сразу приятно стало. Окей, давай, брат, что дальше? Окей, хорошо. Возьми пулемет. Тяжелое оружие. Да где? Вот оно, ё-моё, ты что, в первый раз стендов играешь? И без прицела, брат, без прицела попробуй обуздать эту малыш. Жестко разнести ты имеешь? Да, в виду? Да. Окей. Давай, без прицела. Ну ты же понимаешь, какой разброс? Понимаю. Да ты рофлишь, да изи, брат. Изи? Просто сближаемся и все. Так они на А вообще, там мои типы справятся. И так, братик, мне даже ничего делать не надо. Ну вообще-то вас трое, их четверо. А Белла. Ну, значит, надо как-то играть. Хорошо, я иду. Сейчас я дойду. Давай. Мне очень тяжело, я уже как с ку позадыхался уже, давай, реально. О, хорош. Первый пошел. О, бомба. 3-3 ситуация. АКР Steel Grip. АКР Steel Grip. Ну, братанчик. Его купить невозможно, поэтому я предлагаю для контента полететь какой-нибудь дорогой кейсик, братик, открыть. Origin. Ну я троплишь, ну, за давай, что? Дорогой кейс. За что? Да за что, Ориджин? С рынка. Ну, реально, стыдно. Поэтому кейсик, я думаю. Кейсик. Кайф. Такой. Чей? Давай. Ну как будто прикольно. И открыть его надо вообще с кайфом. Ну естественно. Погнали. Let's go, дамы и господа. Let's go. Долдагер стики. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот так вот, брать. Ну, неплохо. Ножик заимели, как говорится, летим дальше в каточку, друзья. Блин, а попробуй с плетки кого-нибудь убить, ну, рили. С какой плетки мне не хватит денег? Не... Ну, блин, ты нищий какой-то. Давай, МП7. Ну, по красоте же, да, МП7. Какой у тебя МП7? Да ты рублешь, брат! Жесткий, брат! Ну, они же подбирать это могут! Но, ты будешь играть с МП7 на миду. Сейчас, сори. Все, понял. Ага. Ждешь типочков. Ага, хорошо. Аккуратненько. А если не придут? А если не придут, сам пойдешь. Ну, ждешь бомбы просто. Ждешь, они уже на Б. О, а ты один остался. Все, можешь идти теперь. О, ой. Вал галдет гейл. Ты видишь, чел просто запрыгивает, дает мне... Первый, я как надо плевать буду! Вот этот? Да. Меня с него убили? Да. Покупать скин с голдами, ну, только их 100 трекс. Ну, брат, опять, ну реально, ну реально, за 100 голды покупать, ну это стыдно. Это реально стыдно. Хорошо, без брони иду с эмкой. Давай. Рандомный нож? Рандомный нож. Да иди в жопу. Ну, блин, а что ты хотел? Тебе всего одного типа нужно убить и не умереть хотя бы. Так. Нож. Еще в голову каким-то образом попал. Айсики. Да блин! Ну все. А как я не попал? Да мне просто некомфортно играть за твоим ПК, брат. Я не дубас. Ну честно. Господи, они просто по трое там на нож садят. Рандомный нож, идем покупать. И что-то там, с чего нас убили. Да пофиг, что нас убили, рандомный нож. Рандомный нож. Да. Летим покупать. Это Абелла. А вот сейчас уже, брат, что-то вообще не смешно. Подожди. Подожди. Ну все, мы как делаем? Вот я ножи поставил. Да, мы нажимаем просто. Магазин, рынок. И какой первый или первый? Как? Да. Пожалуйста, только не Керам Бит Голд. Закрой глаза, брат. Чего? Это просто полная гобелина!
Чего? Это жесть. 14, почему? Не какой-нибудь CI? Почему не коровий нож? Почему вот это? Все, брат, но это рандомный нож. Ладно, брат, чисто залутал, смотри, я за 14,5 купил, он уже 15 500 стоит. Да есть же. Красавчик, а мы идем куда? Каточку. Это капец, меня просто поджидают везде. Вот почему Кирюше не вешают с первой пули? Потому что он про. Кирюша тащит 13 на 5. Кирюша 13 на 5 играет, ты 5 на 6 фигаришь. Да не, брат. Ну, извини меня. Прощаю. В прыжке с Дигла, в прыжке с СМ. Я сказал, выйди в КД, покупай любое оружие. Да, но у меня денег, у меня брони не было просто. Вот сейчас могу вообще смело. Давай, но если ты сейчас соглашаешься, опять рандомный нож будет. Ладно, окей. Хорошо. Вот так вот заходим на плентик. Хаешечку так, опа. Чимбабум. Попал. Попал. Хорош. Уже в КД. Второго сейчас. Смотри. Опа. Второй. Хорош. Братулечек, пикни. Там я видел тебя. Хорош. Третий. Так я уже в КД, брат. Карбон статрек опять. Ну, опять статрек карбон. Ну куда? Вот они просто со всех сторон, как жуки, блин. Ну ладно, минус 3 дал, брат. 8-7. Молодец, КД вышел. Все. Все, без рандомного ножа, только карбон статрек. Получается так. Да, как Air Carbon статрек, еще один, братик. Ну, 300 голды, значит, надо купить статрек версию. Да, верно. Ладно, не, может быть. А давай, реально, ради челленджа, рандомный статрековский калаш. Ты уверен? Ну, реально рандомный, просто. Ради челленджа. Я, да. Давай. 3, 2, 1. Ну, как это работает? Хорошо, а ты что думал, сэкономить, ё-моё, братанчик? 8500 осталось. Жесть. Было, надеюсь, хватит голды. Летим, Даша, в катку, друзья. Задание на следующий раунд, придумай. Сейчас я думаю, я перебираю задания, какие я бы хотел тебе дать. Ну, ты какой-то нубик, да, немножечко. Ты сможешь кого-нибудь забрать с гранат? Ты сейчас серьезно? С какой гранат? Да это нереально. С гранаты забрать надо, брат. Я за 4 года в стендопе, может, раз 10 с гранаты убивал. Ну, тебе нужно кого-то забрать с гранат. Иначе чё? Иначе ты покупаешь скин, с которого тебя убьют, лол. А, задача серьезная, задача сложная, я понимаю. Смена сторон. Пистолетка сейчас будет, но тебе нужно попытаться. Если ты это не сделаешь, то ты все равно умрешь. Хорошо. Смотри, я понял, как я сделаю. Смотри, покупаем хае. Сейчас, секунду. Что ты ищешь? Мужики, идите на мид. Срочно. Идите на... Не нужно. А если нет, то ты мне покупаешь, да? Если я не убиваю... Если я убиваю с гранаты, ты мне еще один промокод даришь. Рандомный. Если ты убиваешь с гранаты? Да. Но ты их подговорил, ему. А... Ну, 5-7 Веном, а ты чё? Просто вышел, брат, как это идёт? Я же им написал! Я надеялся на их этот, на их всё, тебя честность. Подставили. Он... А, наш мои пацаны оттащили. Мои пацаны затащили. Но 5-7 Веном всё равно покупаешь. Да. Как так получается, что меня убивают со всякой фигни, но у меня уже минус 20 косарей голды? Давай рандомный 5-7. А, не-не-не. Вот это за 50 тысяч. Да-да-да-да. Не-не-не, братик. Ну, 5-7 Веном. Let's go. Дальше. Каточку. Твоя задача поставить бомбу. Если ты бомбу не ставишь, неважно, там, выиграли, проиграли, если ты бомбу не ставишь, то покупаешь рандомный нож. Хорошо. Но тебе просто нужно бомбу поставить. А если поставлю? А если поставишь, то красавчик. Да можно промокод, пожалуйста. А как бомбу достать у тебя? Как? На циферке, ёпка. Тихо. Как я убил? Лол, чё? У меня 16 хп есть еще. А можно и на пойти? Но тебя бомбу надо поставить в любом случае. Да я понимаю! Не-не. Найс! Всё, ставь! Найс, братик, изи! Цизи, ты шарофлишь! Ну? Промокод, ну? Промокод? Ладно, промокод. Реально, еще промокод подаришь? Да, промокод, договорились. Найс! А нафиг, мэнчик! Да-да-да! Это что за красота, Ой-ой-ой! Там я видел у тебя этот на МАК-10 Руби Шэдоу, может быть? Да. Брат, я видел у тебя там на МАК-10 Руби Шэдоу уже. Это промокод на МАК-10 Руби Шэдоу, брат? Закрой глаза. Я не верю. Закрой глаза. Брат, если там Руби Шэдоу, я вообще буду в шоке. Давай, сейчас подожди, пока не открывай. Давай. Я сейчас взбил симулятор. Ага. Пока не открывай. Ага. Не открывай. Ага. Ну ладно, теперь можно. Реально? Можешь открывать. Руби Шэдоу. Да, ты угадал. Ты тупой? Ну там же должно было другое окошечко быть. Нет, я же просто открыл его в инвентаре. Блин, залагал стендом, я тебе отвечаю. А че, на что ты меня активировал? Я на Ферросити. А. Он 800 голды стоит. Алло! Сколько? 800! Спасибо, брат.
Пожалуйста. Спасибо. Брат. Спасибо. Мог бы и Садрак, извините меня. Задание. А возьми-ка ты Ави. Ага. Ави. Что? Да, какой Ави, да, брат? Давай без Авика. Давай на помойку. Давай на помойку. Ну какой ты хатрофлиш. Какая помойка, брат? Ты че? Алло, это Авиктор же Хантер. Ну рофлиш ты мне сейчас одел. Авиктор же Хантер. Все, давай, показывай пацанам, что ты можешь. В целом можешь играть спокойно. Ну, блин, пиксель! М4 самурай. Один пиксель, братик! Я не попадаю, потому что не привык к твоей сенсе, Мэнчи! Мэнчик, ты выставил свою сенсу? Ты выставил свою сенсу? Ну, мышка! Он выставил свою сенсу! М4 самурай, идем покупать! Ладно, летим покупать. Понимаю, мы сейчас опять будем статрековскую версию, да, покупать, потому что она стоит копейки, копейдосики. Статрековская 500 голды. Let's go, да, мои господа, не жалеем. Если сразу же лететь в катку, ё-мать. Ну, можно, да. Летим дальше. Блин, ну это надо какой-нибудь пистолет брать. Мак-10 возьми. Мак-10. Да. Рубишеду, да. Ну ты рофлишь. Не ну забывай, какой Рубишеду? Что в прошлом раунде ты отдал кому-то авик. ТХ. И сейчас отдам еще и Мак-10 Рубишеду. Найс. Вот это новости. Ой, хорошая флешка. Флешка хорошая была. Ой-ой-ой, забрали. Кстати, забрали с авика, походу. Не походу, а с авика забрали, но стыхали. Тихо. Найс. О, ну нет! Не подбирай, братан! На КР 12 геометрик, да, мои господа! Братанчик, не подбирай! Я тебя умоляю, Мак-10 Рубишеду, не надо! Нет, он по-любому же подберет, да? Да. АКР 12 геометрик! Ну зачем нам был нужен этот Рубишеду сраный? Он классный! Как чел попадает 86 дает? Он классный, крутой, прикольный! Окей, хорошо. Кстати, геометрик, это со второго сезона скин, я точно помню. Мне кажется, он может дорого стоить. Не, вот, 300 голды. Сколько? 300. Отсоси у тракториста. Тракторист сегодня я отсоси-ка у меня, Мэнчик. Тракторист, ты не годен, отсоси и будь свободен, Мэнчик. Может, сейчас на драковскую? Да не, пожалуй. Да уже как-то. Да ладно, вот так, чисто для контента, для пацанов. Опа, окей, за 100 голды. Ой, блин. Да. О, это что нам выпало? Да. Дигл топ. Летим. Дальше. Играться. А давай еще и лезера дадим кому-нибудь. Давай еще и лезера дадим. Да, конечно. Какие проблемы, братик? Какие проблемы? Ну, лезер, это же имба, бро. Да, конечно, брат. Вообще лютая имба. Погнали. Супер круто. Погнали. Супер круто, опа, брат. Орел. О, ага. Йогичка. С авиком. Авик. Как дум... О, ну нафиг. А, ну это вот и не... Ну это надо кейс рынка надо брать. Подожди, а почему я его даже не видел? Ну, ты в смоке был. Еще один. Такой же? Окей, давай возьмем фурию. Брат, ну тут могут и фигня всякая выпасть, ну, а там-то там нож тоже... Ну там за 800 голды, ты... А тут Дигл Рэд за 20! Но есть возможность керамбит выбить. Let's go, Мэнчи! Ааа, никакой возможности. Ааа, что? О! Ты посмотри. О! Заскамили. Ну это скам, брат. Скам. Да ты не обижайся на стендов. Надо что-то подумать, ты что-то сливаешь. О, с валом поиграй. Короче, с валом, без брони. Ну, можешь хаешечку взять. Let's но go. Поиграй хорошо, а то ты прям самым первым вылетаешь. Не, братик, сейчас буду разносить жестко. Ты раунды надо разнос забирать, мы 8-6 проиграем. Ты рофлишь? Да, убери. Ну, пожалуйста, ну пол это лава. Мальчики. Не, брат, такое нереально. Это Unreal, это Unreal. Какой тебе счет? Когда я вышел? Ну, конечно. Мужик. В смысле, ты чему удивляешься? Я крутой. Удивлен, что ты в КД. Ты роблишь, я крутой. Что за фигня? Настоящие убийцы играют с фабмом. О. Фабм. И в прыжке. Ну, было бы. Окей. Погнали. Давай, смотри. План такой. Отдай пачку, Кирюх. О, хорош, услышал. Батулечек. Погнали. Смотри, брат. Я выигрываю этот раунд вообще как, ну, даже вообще не задумываясь. Понимаешь? Смотри, бегу. Смотри. Фулл Б пишет, смотри. Фулл Б. Давайте, мужики. Пока. Пока, братва. Смотри, братик. Смотри, братик. Вот так берем. А ты ластовый. Против 4. Дениска Соло. Соло. Ты Соло? Соло-золо. О! Ну нафиг! Братик, ты рофли. А, тихо! Аккуратно. Чекай, чтобы не диффузили. Алло, брат, улечек! М16 триумфан. Ну как я не попал? Не, ты хорошо, ты делал хорошие киллы. 2 килла с прыжка. Он не делает, смотри, он убегает. Испугался! Ай, хорошо. Брат, ну это камбэк. Это камбэк, надо это забирать. КМ-16, ну, кстати, она может быть даже и нормально стоит. Ну, статрековская 1250. И чиллаут 4, такие красиво, да, смотрите? Чилл, только чилл, только плюс вайб, дамы и господа. Let's go. В каточку. Ууу! Yeah.
Так, слушай, дробовиков, ты хорошо сыграл. Может быть, Так-9? Let's go. Смотри, ну Так-9, брат, это новая мета. Это мета. Ты спачкай. Ты пачку никому не отдаешь. Окей, хорошо. Это мета, брат. Нет. Это видно. M16-4 ERS. Ну, это фигня. Такое покупается, друзья. Как нифиг делать. Завершаем эту грязючку. M16. 4 года. Где он? Подожди. Вот. 107 голды. Ладно, братик, делаем вот так. Для контента. Напоследок, братик. Открываем. Ну, 100 голды, братик. Ну, куда? Ну, куда же? Ну, да. А что тебе опять сейчас дикий выпадет? Да неплохо. Ну, хотя бы что-то, брат. Хотя бы не между двумя керамбитами юмп-шарк. Да тот другой ничего не выпадет. В катку. Let's go. Хорошо, MP5, мне кажется, нужно взять. MP5. Хорошо, ну поиграть с MP5 надо, ну, естественно. Жестко разнести. Жестко, минимум 2 кила. Да. А то что? Нож рандомный. Да почему? Ну потому что. Минус, ну, 2 кила минимум. Ну ты дашь. Мы проигрываем. Молодец! Еще один. Решечка. Ластовый остался. Да это изи раунд, надо выравниваться. Надо выравнивать. Тебя пишет красава Марат. Почему тебя Марат? -4. Ю-ху! Туда его. Просто взял всю тиму, вынес. Так, брат, ну теперь давай еще раз. Вот все, последняя, короче, суета. Да. Ты покупаешь все, что хочешь. Но если сейчас вы проигрываете, ты покупаешь 2 рандомных ножа. Хорошо, брат, смотри. Показываю, как это делать. Пошел банни-хоп. Оп. Хорош. Найс! 9 хп. А! Чуть на нож не взял! Бомба в кармане. Найс. Тебя чуть на нож не взяли, прикинь. Брать, все, победа. Это было изи. Но на самом деле, я даже не почувствовал, во-первых, это раз. Во-вторых, да, я не так уж и много я и потратился, брат. Это наконец-то покупаю скины, из которых меня убьют, в котором я 100 тысяч не трачу. Всем спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам ролик понравился. Если это так, влепи свой датский лайк и подписывайся на канал. Обязательно с колокольчиком. Веляйся по ссылочке в описании, тоже подписывайся, если ты еще не подписан. Ну и прямо сейчас, так и на этот ролик. Ведь он получился очень классным, и я над ним очень сильно старался. У микрофона был Раш. Велясик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!